Если нужны отношения, то вот единственный путь к ним. Забирайтесь на тренажеры. Худеете. Займитесь собой, заодно прикупите сексуальное бельишко. Ведь в сущности всех нас интересуют лишь формы. Никто не влюбится с первого взгляда в вашу личность. Мы влюбляемся в ваши сиськи и задницу. И остаемся рядом, если вы не против экспериментов. Хотите нас завоевать? Не надо 10 шагов. Одного хватит. Обойдемся минетом. И не забудьте... Ясно. А теперь примем первый звонок. Как вы смеете жечь книги? Они помогли мне в личной жизни. Как зовут вашего друга, принцесса? Ну, сейчас я ни с кем не встречаюсь. И я о том же, мадам Шрек. Следующий звонок. Вы в эфире. Так вы утверждаете, что мужчины не способны на любовь? Я что, развеял ваши романтические иллюзии? Просто смешно! Единственное, что вы развеяли, это доверие к вам. Мужчины вполне способны испытывать любовь. Хорошо, верю. Продолжайте. Кто он? Кто? Ваш избранник. Мистер Совершенство, тот, кто способен на любовь. Кто он? Какой он? Он умен и красив, но не знает об этом. И успешен в области, приносящей пользу людям. Любит красное вино, природу, классическую музыку. Он живет в Америке, да? Может, вы звоните из Европы или вообще... Кошатник в душе хоть любит всех животных. И утром в воскресенье мы встаем вместе. Одну секунду. Понял. Вы лесбиянка. Что? Ну, все сходится. Вы сейчас описали суперскую тёлку. А почему вас так пугают эти качества? Неужели потому, что вы сами не можете похвастаться ни единым из них, и вами пренебрегают все приличные женщины? Ладно. Я даю вам 100 баксов из своего кармана, если вы приведете этого уникума в студию. Ну, где-то в мире он есть. Секундочку. Он нереальный человек? Нет, я описала тип. Кажется, это мы и обсуждали. Что? И вы не знакомы с таким? Хорошо. Да, кажется, разобрались. Стойте. О, вы уродина. Что? Да, стопудов. Ну, вы же меня слышали. Будь вы красоткой, разбивали бы сейчас сердце какой-нибудь простофили. А не тратили время на мечтания о принце на белом коне. Признайтесь, вы страшная. Нет, я не страшная. Что ж, ладно, я вам погадаю. Вам следует свыкнуться уже с одиночеством и перестать грезить об идеале, которого вам никогда не видать. Как вы можете меня... Эй, чучело, здесь шоу «Голая правда». Если колет глаза, не звоните. А наше время подошло к концу. Я, Майк, честно напоминаю вам, правда не бывает приятной.